чем фактурка самой коряги. Вот, чтобы вы понимали, это просто космос. Замріяний. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молились. Чому так весело було? Соплів немає. Вот, зацените. Ну, это как бы номер раз. А если вот так поставить, Андрюх? Да яка разниця, все равно прикольно. Да як не поставиш, вона охуенно. А шикардос для такой мелкой рыбки вообще бомба. Так, поехали дальше. Я уже просто за***ся, если честно. Да? Да, ребята. Мастерский. Найс! А ну став, що воно по себе покаже. Ну... Це прям така, можна, щоб із акваріума торчало. Да, да. Да. Для відкритого акваріуму. Это аквариум. Вот и дивися, и сразу нарисовала еще одна красота. Вот ся, дивися. Еби її отак усю, так те шини не хватит, вот цепить отак усю оцю хрень. Яку? Отак. Отак. Оп, вот это, я ж сюда. И тоже якраз получается плоскость, на яку можна ставить. У тебе шини не хватит, так от цепить. Ну, я відріжу оце зараз. Отдельно. Це то отдельно. Так. Це зараз, сука, знову скочено.
В общем, ребят, закончили мы работу, пилили-пилили, в общем, напилили, вот такого вот напилили. Да, пилили-пилили. Вот смотрите, это одна общая коряга. То есть, получается, вставите вот такой вот аквариум литров на 500, вот такую корягу, пару камушков, и больше вам ничего там, друзья, не надо. Еще один вариант, вот такой вот. Вот, очень интересный. Вот с таким вот щелью там для анциструсов. Вот такой вот вариантик тоже неплохой получился. Вот с другой стороны. Андрюха, ты бачишь с другой стороны? Охуеть. Вот, в общем, вот это интересная коряга. Дольше всего с ней провозились, потому что надо было срезать вот со стола, видите? Со ствола надо было срезать полностью вот эту вот штуку. В общем, очень интересная получилась ветвистая. Такая прям красавица. Вот такое вот дуплишко. Ну, его еще мыть надо, чистить. Ну, вот так вот, в общем. Немножко мусора. Вот, и вот, ребята, еще две очень интересные коряги. Вот первая, ее как, в принципе, не поставишь. Она всегда любой стороной просто офигительная, изумительная коряга, на самом деле. Такая прям рыбкам. Вот Андрюха уже себе ее отложил. Он говорит, вон поставь. Вот смотрите. Очень, очень, прям очень красивая. Мы ее пробовали крутить любой стороной. Ставишь любой стороной, она красивая. И вот еще один экземпляр, чуть побольше. Для такого аквариума побольше. Вот такой вот вариантик тоже. Очень интересная коряга. Ну и еще, да, вот здесь я выложил уже для своего тонечка, выложил вот такую вот декорацию, то есть вот это правый угол, это левый угол. Вот снизу вид, ребят. Вот так вот получилось, в общем, тоже. Ну и здесь еще два пенька, я их просто заберу домой, дома придумаю, что с ними сделать. Как бы с ними тоже можно, вот видите, куча норок, пещер. Вот таких всяких интересных делов. Я думаю, дома придумаю, что с ними сделать. Вот один вариант и второй. Вот тоже такой. Значит, ребят, мы отправляемся домой. На сегодня, наверное, все. Я думаю, я еще что-то там вам в конце потом подрасскажу. Сегодня, я думаю, в этом видео про обработку коряг рассказывать не буду. А хотя, может, если прибухну с Андрюхой, то, может, еще и расскажу про то, как обработать коряги и, собственно, как прикрепить их к аквариуму. Ту, блин, в аквариуме. В аквариуме. Все. Пока всем спасибо. Ставим лайки. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Всем добра. Вон, сюда давай. Тырьем, тырьярим, трем, тырьем, тырьем, тырьярим, трем, тырьем. Ребят, пришлось оставить вот такую вот одну коряжку. И вот тут еще вот несколько. Пришлось оставить, они физически не помещаются нам в машину. Фух. Вот что у нас тут творится. Да. Водичка теплая, можно купаться. Че, скупаемся? Давай. Да, подстригли мы, конечно, коряги изрядно. Ну вот, видите, одну пришлось оставить, и там еще несколько кусочков. Ну, потом в другой раз, может, заберу, буду здесь где-то проездом. И вот еще здесь, вот смотрите. Вот тоже постригли мы и здесь. И вот еще вот здесь. И вот здесь вот тоже вот подстригли мы хорошо корягу. Да, Андрюха? Ты доволен? Ну, вообще пипец. Да? Ну все, видишь, как я тебя выгулил. Правда, ребят?
Выгулял Андрюху. Природа, конечно, красота. Все просыпается, речечка, все, водичка отличная, можно уже купаться. Так что приглашаю в гости.